подписчик нашего канала утепляет свой дом, брусовой дом. Брус у нас 100 миллиметров. Это летняя дача. И задача сделать ее домиком для постоянного проживания. И в качестве утеплителя был выбран типофол 70 миллиметров. Значит, монтаж у нас начинается с какого-то угла. Вот иди сюда. Дальше он крепится вот таким вот крепежом. Через 70-50 сантиметров, ну вот вы сами на глаз видите, нужно обязательно сделать вот такой вот припуск, сантиметров 5 на фундамент, чтобы потом вот этот слой утепления соединить с утеплением фундамента, если он есть. Немножко ставим, тянем бросок, вот так, поднимаем. Все готово. Готовый результат, уже с обрешеткой под сайдинг.